Теперь наш главный корпус располагается в середине нашего КСК, связанным с мойкой, амуничником и гранд-манежем. Сбоку от главной конюшни мы можем наблюдать маленькую мини-леваду, которую мы можем уже наблюдать, гуляют новые наши постояльцы. Уже совсем скоро в нашей конюшне, в главном корпусе и во всех остальных конюшнях появится освещение. Освещение поможет в красивой картинке для видео, а также для комфортного пребывания в нашей конюшне. Гранд-манеж у нас не такой же большой, но очень теплый и комфортный. Также в нем появится скоро тоже новое освещение, и будет комфортнее заниматься и проводить зимние тренировки. Наш амуничник очень светлый и приличный. Он выполнен из дерева и связан вместе с мойкой. Наша мойка оборудована холодной, горячей, прохладной и теплой водой. Она находится в главном корпусе конюшни, и поэтому она может служить вам круглогодно. Вы можете мыть своих четвероногих друзей каждый день после тренировки. Также скоро в нашем главном корпусе появится солярий. В нашем главном корпусе есть большие развязки, где вы сможете собирать своих лошадей на тренировки. Вообще наш КСК очень хороший, поэтому всем советуем содержать здесь своих коней.